Здравствуйте, друзья мои. Я сегодня приехал на побережье полюбоваться красотой волн океана. Сегодня ветрено, погода ясная, но ветер пока еще холодно, и поэтому людей нету никого здесь. Очень мало. Так, случайно попадается 1-2 человека. А таких, кто специально приехал на прогулку, нету. Я хочу сегодня с вами поговорить об увлечениях. Об увлечениях людей старшего возраста. Когда человек уходит на пенсию, жизнь-то продолжается, но уже не в том темпе, как когда человек находился на работе. На какой бы работе ни было, он был постоянно в активном состоянии, а с уходом на пенсию у человека многое отпадает и приходит многое неизведанное. И вот тут главное не потеряться. Найти для себя интересные занятия, чтобы они приводили, как говорится, приносили какой-то душевный разряд, что у тебя внутри накопилось, ты мог выпустить, выплескнуть, как говорится, или получить какие-то эмоции, душевное удовольствие от того, чем ты начал заниматься, или что нашел для себя интересное. Вот об этом я сегодня хочу говорить, потому что я уже на пенсии продолжительное время уже довольно. Много чего перепробовал. Где-то получал удовольствие, где-то разочарование. Но я не отчаиваюсь. В настоящее время стал больше заниматься такими занятиями, которые тебе приносят здоровье. Я занимаюсь физическими упражнениями, хожу на жим, тренирую свои мышцы, а по утрам делаю гимнастику, китайскую гимнастику тай-чи, которая мне очень помогает в здоровье. Кроме того, я сейчас стал студентом, как говорится. Поступил в колледж и усиленно решил изучать английский язык. В школе я изучал немецкий, поэтому мне очень сложно. И в моем возрасте запоминать незнакомые слова очень тяжело. Английский язык мне дается с большим трудом, но я не отчаиваюсь. Как я изучаю английский язык, я буду говорить в другой раз. Сейчас я об этом не собираюсь говорить. Сегодня я хочу поговорить, вот глядя на волны океана, что я для себя открыл еще новое занятие. Как многие люди пожилого возраста на Западе стал изучать живопись. Решил на этом поприще тоже себя попробовать. Для души. На самом деле, оказывается, когда рисуешь картину, а я нарисовал одну картину, пейзаж, и одну картину, абстрактную такую картину. Да, после каждой работы я такую радость ощущал, что я сотворил. Я не знаю, насколько это у меня получилось или не получилось. Вы тоже вот посмотрите, сами оцените.
Но я получил удовольствие, что я это сделал. И теперь я хочу этим заниматься более серьезно. Действительно, успокаивает нервы, и получаешь радость, когда ты сам что-то создал и любуешься над ним. Думаю, у меня это увлечение не кратковременное, потому что я в школе рисовал там крестьянина с медведем, это как там, корешки да вершки. Вот эту картину я рисовал на стенгазету новогоднюю, стенгазету, там еще другие рисовал, и Дед Мороза, там Снегурочку, это у меня получалось, по-детски, конечно. Я рисовал тогда цветными карандашами и акварелью. Но я не увлекался тогда. Просто когда придется, тогда рисовал. И после я это совсем от этого отошел, занимаясь рутиной жизни. И вот теперь, когда мне под 70 уже, я решил увлечься этим. Я думаю, сделал правильный выбор. Я уже заказал более серьезные инструменты, краски, холсты. Когда они придут, я сделаю новое видео для вас специально. А сейчас я пока вам показываю первую свою картину, пейзаж, и первую свою картину, свою абстрактную. Я нарисовал две картины и уже положил в рамки и повесил дома у себя в квартире. Пожелайте мне успехов. До следующих встреч. С вами был Садридин. Пока-пока.